Алло. Да, здорово, Денис. Здорово. Дома на работе. Чего? Дома на работе. В больнице. Денис, скажи, пожалуйста, мы из Мурмашей уведомления вам направляли на Миронова 10-201 и на Шмидта 1-32 на имя Натальи Яковлевна и Анатолий Владимирович. Это родители же твои? Ну да, но они умерли в 2009 году. А, это сочувствую. А там на Шмидта сейчас кто-то проживает? Ну, говорят, что сдается квартира, потому что мне наследство, я не получал наследство от них. Я понял. Смотри, какая ситуация, Денис. Там где-то часика через 2.5, максимум через 3, на Миронова наши люди подъедут с документами. Необходимо будет составить оценочную смету по данной жилплощади, оценке данного недвижимого имущества. Там кто-то будет на адресе? А это вообще кто звонит-то? Я представлюсь, мы направляли вообще письмо туда из Мурмашей, значит, курьерской службы заказывали доставку. Вам письмо курьер доставлял? Большой такой желтый конверт формата А4. Нет, а что за доставка? Секунду, подождите, уточни, почему масло письмо не доставили. Ах ты, молодцу, почему я объяснять должен? Нет. Скажи, с курьеров неустойка будет. Да, Денис, очень жаль, что не ознакомился ты с нашим уведомлением. Там все подробно расписано. Ну, видимо, курьер еще не успел доставить. Мы только рано утром доставим. Тогда я представлюсь тебе. Угу. Но сразу скажу, это не телефонный разговор, он все представлен. Моя фамилия, да, моя фамилия Мирзоев, зовут меня Рамазан Умаров, генерального директора, компания наша называется «Спарта». Слышала она что-нибудь, знаешь? Нет, не знаю. У нас бойцовский клуб еще есть в Мурманске наш. Ну, может быть. Там смотри, ладно, ситуация, там где-то часа через два максимум подъедут люди наши с документами. Необходимо будет составить оценочную смету по данной жилплощади, оценки данного недвижимого имущества. Связано это с чем, Денис? Сегодня рано утром наша организация из средств собственного бюджета за тебя, Денис, погасили денежный долг. Ну, то есть заплатили за тебя из собственного кармана, там небольшая сумма получилась, не переживай. Сейчас я точную сумму озвучу тебе, секунду. Резван, алло, ох, ты много, цоц, масло, Денис, точная сумма. Утром переводили деньги-то. Да-да-да, Анатольевич, ну, кто... Кто? Яхший брат. Там смотри, Денис, мы за тебя сегодня заплатили 32.5 тысячи. Что у тебя за проблемы? Тут вот у нас в Мурманске, в Апатитах, все есть такая шарашка. Ну, это мелкая конторка называется. Так, сейчас скажу. А, деньги в руки. Знакома тебе такая компания? Что там у тебя за проблемы с ними, Денис? Что-то жалуются на тебя, деньги ты не возвращаешь. Что случилось? Не знаю, не в курсе, никто не звонил ни разу. Да нет, Денис, ты меня пойми правильно. Я, скажем так, человек далеко не молодой. Я чуть старше тебя. Я сам 68-го года. И я тебе честно признаюсь, я сам крайне негативно отношусь к такого рода шарагам. Понараздают деньги нормальным людям, но потом не знают, что с этим делать. Слава Всевышнему Аллаху, у меня на родине, в Чеченской Республике, наш президент их запретил. Я надеюсь, когда-нибудь по всей нашей стране объятны, их закрывают, перезакрывают к шайтану. Просто тут, скажем так, ничего личного, это бизнес. Эта компания выставила твой долг на продажу на основании статьи 382 статья Гражданского кодекса. В связи с тем, что ты им 3 с лишним месяца не возвращаешь эти деньги.
Uh-huh. И мне скажи, я просто был очень удивлен, когда обычно к нам в работу попадают всяческого рода наркоманы, алкоголики. Ну, сам понимаешь, люди социальное дно. Вот эти вот черти, которых приходится вылавливать. Вывозить и трясти вверх тормашками. Ты мне скажи честно, как мужчина мужчине, только честно. У тебя финансы кинул этих банкиров. Только честно. Еще раз можно, связи не было. Я говорю, или ты просто кинул этих банкиров. Ну, может быть, я из себя что-то должен, но заехать-то я могу, в принципе, деньги в руки. Есть у нас тут такие... Да нет, нет, Денис, давай по-мужски, я еще... Я не знаю, что вы там... Смотрите, не знаю, что вы там собрались оценивать, это муниципальное имущество. Денис, давай так, ты меня пойми правильно, я... впечатление недалекого человека. Прежде чем за кого-то что-то заплатить, мы внимательно изучаем состав семьи. Там, но, понимаешь, видимо, мы видимо, просто не, так видимо, да. Видимо, невнимательно, если думаете, что на Шмидте у меня родители живут. И это, нет, это просто старая информация, как бы, ладно, сейчас не об этом. Ты скажи, а чего ты им не возвращал эти деньги? Три... Немножко хочу вникнуть в эту ситуацию, все-таки мы за тебя деньги платили. И просто я хочу понимания, у тебя, ты просто не хотел им отдавать или что, раз ты говоришь, у тебя деньги есть им отдать. Я не говорю, что у меня есть чем отдать, но если я должен, я бы отдал. Да нет, смотри, в чем дело. Значит, они выставили твой долг на продажу, а деньги туда уже заплатили. А что в суд-то не подали? В смысле? А что ли в суд, что ли, не подал? Или кто? Или они? Они. Они. А что ты меня этот вопрос задаешь? Во-первых, вы подавайте в суд. Имели право твой долг продать. И мы имеем право твой долг купить. Молодцы. Ты что, в суде деньги брал, что ли? Купили, подавайте в суд. Серьезно, что ли? Да, серьезно. Ты сейчас серьезно мне, Сергей-то, говоришь? Денис, серьезно. Ладно, давай с тобой смотри, каким образом. Я с тобой ругаться не хочу. Я тебя просто хочу попросить сразу, да, Денис, прежде чем три раза. Потом не потянешь просто разговор. Я не хочу ругаться, выйдет Всевышний Аллах. Давай с тобой сейчас поступим следующим образом. Угу. Возьми сейчас ручку с листочком или какой-то другой телефон. У меня разговор пишется, мне не обязательно, я все потом прослушаю. А ты в курсе, что ты меня должен был предупредить? Нет, заранее? Не должен. Вы мне звоните, не я вам. А, хорошо, ладно. Номер телефона вот этой шараги, вот эти деньги в руки. Угу. Есть? Нету. Нету. Значит, я не знаю, там в интернете посмотри, я тебе тогда не буду говорить. Значит, сейчас звони туда, говори следующее, что так и так, ребята, ваш клиент Денис Анатольевич Масло, денег такой суммы 32 500 у меня нет вам возможности отдать сегодня до 3 часов дня. Почему до 3 часов дня, я объясню. Деньги мы за тебя направили, Денис, туда, но наши деньги они пока еще не принимали. Подписание документов, договора цессии, то есть это официальный документ, который будет подтверждать, что мы не воду из Кольского залива выкупаем, а непосредственно твой долг назначено на сегодня на 15 часов. То есть ровно в 15:00 мои сотрудники Султан Магомед, Абубакар, Анзор подъезжают в офис этой шараги, забираем на тебя документы, и мы становимся полноправными хозяевами, владельцами этого долга. То есть сейчас звонишь туда, говоришь так и так, ребята, денег нету, проблемы, не работаю, там, ну, можешь особо ничего им там не объяснять, можешь их там нахер послать. Скажи, принимайте деньги от Мирзоева Рамазана Умаровича и его ребят компании «Спарта». Они мне просто пояснили, да, что с твоего согласия могут не дожидаться сегодня 3 часов дня, а прямо сейчас принять наши деньги. Тебе же, наверное, нет принципиальной разницы. Сейчас мы за тебя вопрос закрываем или через 2 часа. Я же тебя правильно понимаю? Да, звони и прям говори, денег нет, все, шли нахер этих чертей. Ну, теперь самое главное, Денис, ты все-таки, наверное, понимаешь, да, что мы не бесплатно помогаем. У нас имеется свой коммерческий интерес –
который составляет 100% транспортные расходы. Итого в нашу компанию ты должен будешь ровно 78 тысяч. Угу. Речь о деньгах не идет, Денис. Я прекрасно знаю, что ты закредитован по уши везде. Да, как ты. Значит, еще какие-то блоги там снимают, да, там булочные магазины, сам идет непорядочный образ жизни. Значит, нам должен будет 78, нас, мы как только закроем за тебя вопрос и получим документы, на основании 195 ДЗ федерального закона, юридически подкован, мы будем иметь официальное, подчеркиваю, официальное право претендовать на частичное либо полное переоформление данной жилплощади по адресу регистрации Миронова. Это мы вам готовы. Надо тогда к мэру города идти, она не моя собственность. Это да, этого мне достаточно того, что ты там зарегистрировал. Я просто, понимаешь, да, Денис, я не хочу там людей к Головину Вите отправлять там через Оскарева Игоря, да, лишь решать вопрос, это 16 марта 65-го, через Роднюту, через Адалята, да, азербайджанского уважаемого человека. Ты просто сейчас даже представления не имеешь, с кем разговариваешь. Ты что думаешь, кинул этих банкиров, теперь нас получится, что ли? Ты так разговариваешь в себе самоуверен, или что? Это Адалят, вот я вам не отзыв оставил. Что? Я говорю, Адалята я тоже знаю. Ну, так ты его оставлял там в этом. Я просто, понимаешь, я не хочу тебе зла. Но если ты мне еще раз слово скажешь, суд, адвокат или еще что-то, будет это один единственный возможный шариатский суд. Ты потом не потянешь просто, Денис, я тебе сразу говорю. Поэтому давай так, я хочу решать вопрос нормально. Ты нам как сегодня, нормально тогда эти деньги, 78 косарей отдашь? Или надо как-то вылавливать там, всю твою родню разъебывать? Или нормально решим вопрос? Что-то я не понял. То 78 тысяч, то я 32 должен. Да нет, я же объясняю. Мне, ты же эти 32 все равно им до 3 часов отдать не сможешь. Ты же мне сейчас сам только что сказал, что мне без разницы. Сейчас мы за тебя вопрос закроем или через 2 часа. Не могу. Я же тебе сказал, мы за тебя эти деньги направили. Подписание договора цессии у нас в 15:00. Поэтому я тебе сказал, ты с ними вопрос не решишь. Ты же, надеюсь, не понимаешь, да, что мы не бесплатно за тебя деньги платим, 32,5 косаря, чтобы потом их получить. Нам какой смысл от этого? Доезжай, адрес указан. Этого пидораса мне сюда, нахуй. Ежова и Филимонова мне сюда, 2 часа вам. Да, поэтому давай, что как... Я перезвоню тогда. А, перезвонишь? Ну, вот да, послушай меня сюда, да, я сразу хочу тебя предупредить, Денис, будешь с ними о чем-то договариваться, с этими чертями, да, эти в руки деньги. Я за тебя денег закину больше, на 5, на 10, на 50 тысяч, деньги это не проблема. Я тебя просто хочу сразу предупредить, если ты в свое время кинул этих банкиров на бабки, это твое дело. Сразу предупреждаю, нашу компанию кинуть не получится. Деньги, которые за тебя заплачены, принадлежат чеченской диаспоре Мурманской области, конкретно Исеву Ахноеву. Я думаю, что Адалят его знает, они решат там вопрос. Поэтому давай смотри, я сейчас тогда сам их наберу, скажу, что с тобой обо всем договорился. Попрошу наши деньги прямо сейчас принять. И давай с тобой. Мы договорились мы об этом. Да ты пойми правильно, ты им все равно эти бабки не отдашь. Мы с ней не договорились. Ну хорошо, я подожду 3 часов, но я потом тебе тоже поблажек делать не буду, понимаешь? Угу. Угу. Я говорю, мы нормально вопрос будем решать или как? Что? Я перезвоню. А, перезвони через 2 часа, чтобы на адресе был, пидорас ебаный. Ух ты. Секунду. Да, слушай. Алло, это Денис звонит. Мы сейчас разговаривали. По поводу Гелендвагена, что ли? Не Гелендвагена. Денис Анатольевич. Это масло, да, Денис? Да. Слушай.
слушаю. Вы можете... Позвонил, да, ты туда сказал, что вопрос... Номер записать можете? Позвонить моему представителю, он вам... Представителю? Ты что, дурак, что ли, или что? Какой нахуй представитель, эй, бля? Ну, тебе нахуй, ты педрила, ебаный, слышь, нахуй. Обезьяна, тебе же деньги надо. Устрою, слышь, черт ебаный. Слышь, обезьяна, тебе деньги нужны? Ты у меня, сука, на бутылку садишь, гандон ебаный. А ты уже сидишь, ты сидишь на бутылке, да? Закрой рот, эй, пидорас! Короче, через 2 часа гандон ты, надо. Ты давно сидишь будет, на бутылке? Не будет, когда в рот вы, педрила. Алло, добрый день. Извините за беспокойство. Вам звоночек со службы безопасности, досудебный департамент микрофинансовой компании «Деньги в руки». Крылов Станислав Алексеевич, финансовый отдел. Подскажите, пожалуйста, Денис Анатольевич, необходимо у вас уточнить информацию. У вас займ оформлен в нашей компании 20 июля нынешнего года за номером договора 7201. Должны вы были его закрыть еще 9 августа нынешнего года, и получается так, у вас до сих пор займ не закрыт, кроме того, ни рубля не поступало по вашему займу. Скажите, пожалуйста, в чем проблема, что у вас получилось? 9 августа он закрыт должен был быть, он 9 только был открыт. У вас нет, открыт у вас договор 20 июля. Да мне даже в городе не было, не мог он быть открыт в это время. Денис Анатольевич, вы как бы... Нет, я не путаю, просто как бы ваша фотография же есть при оформлении займа, и как получается, вы подписывали договор. Как бы сейчас речь не в сроках. Значит, у вас в связи с тем, что... Да, вы, наверное, что-то путаете, как бы. Да, вы у нас оформляли займ, получается, на Гаджиева 2/47 в городе Мурманск. Значит, ситуация в чем? У вас в связи с тем, что длительная просрочка более 3 месяцев, то есть, а именно 92 дня, значит, в пятницу вечером на прошлой неделе руководством компании было принято решение о расторжении с вами договорных обязательств, и ваш займ был выставлен на переуступку на основании пункта 13 вашего договора и 382 статьи Гражданского кодекса. Переуступка прав требований кредитора третьим лицам. Русским языком ваш долг был выставлен на продажу. От сегодняшнего числа к нам в компанию поступило коммерческое финансовое предложение и платежное поручение в размере суммы вашей задолженности, которая составляет у вас на сегодняшний день, так, сейчас я вам сумму озвучу, 32 200 рублей. Данное платежное поручение поступило от компании. Так, секундочку. Так, у меня информация подгрузится. Общество с ограниченной ответственностью, долговое... Ну, понятно, если есть какой долг, почему вы не звоните? Денис Анатольевич, давайте начнем с того, что... Вы просто 3 месяца ждете, просто, что вам человек принесет деньги. Они напоминают. Денис Анатольевич, давайте так, смотрите, я, скажем так, лицо финансово не заинтересованное, мне вообще без разницы, платите вы или нет, потому что вообще с вами связывались. Было это 23 августа, вы сказали, что оплатите онлайн. И все, и так ничего вы не внесли. Как бы вы-то человек взрослый, зачем вам звонить, у вас есть договор. По договору вы должны были закрыть свой займ еще 9 августа, как я вам ранее сказал. Так от вас, от меня-то что сейчас хотите? То есть у вас ранее вы в нашей компании займы не оформляли. У вас идет сразу, получается, невозврат денежных средств. То есть бывают клиенты, которые берут по 5, по 10 раз, потом у них идет невозврат по каким-либо причинам. У вас с первого раза идет сразу невозврат, поэтому это вынужденная мера. Цель нашего звоночка – уточнить у вас информацию. Значит, представители компании данной парта сейчас связались с нашим руководством, выяснили, что с вами провели диалог, и у вас есть якобы какая-то договоренность. А вот они сейчас мне звонят, ваши эти друзья, самовычойки. В смысле наши. Ну, в прямом смысле. Ваши друзья с Ингушетии, вы, наверное, совместно, да, вот так мучите? Людей на бабки пытаетесь разводить или как? У меня есть представитель, нет, давайте, нет, подождите, я вам дам сейчас номер своего представителя, он официально подойдет. Да, я же вам ему... секретарь, я вам звоню как клиенту, мне зачем ваш представитель? У меня представитель, он имеет право представлять меня везде абсолютно. То есть, вы поймите, вы вот сейчас так разговариваете, в таком ключе, вы разводите людей на бабки. Вы деньги брали, скажите, пожалуйста. Я вам, если вы что-то брал, подавайте на меня в суд. Я вам другой скажу. Серьезно? Да, уверены в этом? У меня есть представитель. Мы на вас напишем заявление в правоохранительный орган. Долг ваш 3 часа сегодня продается коллекторам.
Вы думаете, вы меня, конечно, извините, вы сами начали в таком ключе разговаривать. Я вам еще раз. Вы думаете, вы самый умный, что ли, Денис Анатольевич? Вы меня воспринимаете, нет? Да, я вас слушаю, вы диалог или монолог? Зовут у меня я веду диалог. Замечательно. Тогда давайте монолог не будем это все превращать. Я вам дам номер своего представителя, и он с вами пообщается. Я не звоню вашим представителям, нет, я значит, сразу говорю. Свидания. Ваш представитель не... До свидания. Все, вопрос ваш мы продаем коллекторам, решайте вопрос с коллекторами. Алло. Здравствуйте, Светлана Сергеевна. Здравствуйте. Да, это, наверное, Владимир Владимирович, да? Да, это я. Что случилось? А, слушайте, а мне ваш, как сказать, знакомый, да, сказал, что вы вообще, в принципе, ведете все дела по долгам его, да, уж еще где-то. А по поводу деньги в руки, как-то вы с ним разговаривали по поводу урегулирования этого вопроса? Ну, сказал, что вы меня как-то просветите вообще по этому делу. Он просто уже четвертый месяц мы его ждем с погашением займа. Человек не появляется, а ссылается на вас. А что ссылается, я так ничего не пойму. А скажите, пожалуйста, вы именно эту организацию представляете, микрофинансовую, да? Да, да, да. Угу. А что вам мешает, скажем так, обратиться в суд и в судебном порядке взыскать необходимую сумму, если вы считаете, что он вам должен? А ему что, так удобнее? Но мне кажется, любому человеку это удобней. Это лучше, чем получать угрозы по телефону. Слушайте, ну, от меня угрозы, вы понимаете. Ну, я ж не знаю, это от вас, не через вас. В любом случае, если у вас с ним заключен договор, значит, у вас есть его персональные данные, они как-то попали третьим лицам, которые звонят, угрожают. Все записано на телефон. Слушайте, а Владимир Владимирович, а вы как бы за него просто жалуетесь? И жалобы, да, тоже в вашем... Да нет, я вам просто объясняю, что есть... Ну, я не очень понимаю тогда, для чего мы с вами... Для чего он говорит с вами связываться. Урегулировать хотите, чтобы вопрос этот был урегулирован? На так, а вы с какой целью звоните? Это ему звоните? Вот с какой... Просто поясните, чтобы я понимал. Цель какая? Надоедать, угрожать? Это что, другие способы воздействия на человека? Что значит воздействие? Мы имеем право, согласно закону, ему звонить. Он взял на денежные средства и обязательства взял на себя их вернуть в течение 3 недель. А на данный момент прошло 4 месяца. Ну вы же знаете ж порядок, какой существует. Мне непонятен ваш вопрос, почему я звоню ему. Наверное, потому что он должник, потому что мы имеем право на это. Мы имеем право требовать, вы знаете об этом. Светлана Сергеевна, и, все понимаю, правильно вы говорите. Если вы юрист, то я не понимаю, почему вы вообще задаете. Давайте вам объясню. Давайте, я вас выслушал, в принципе, я вас понимаю. Единственное, я понимаю, что... А для чего мы разговариваем вот об этих вопросах, которые вы и так на них ответы знаете? А, ну так я-то знаю, может быть, вы не знаете. Он вам передал свои полномочия, чтобы договориться с компанией о чем-то? Или, ну что, или просто говорить... как просто обычные вот эти клиенты, которые... Ой, обращайтесь в суд, идите от трубки. Хорошо, это вот давайте сделаем работа, проще. Давайте что понятно, что вы знаете процедуру, что нужно обращаться в суд, что никто вам никакие деньги в добровольном там порядке платить не будет. Вы это прекрасно знаете, потому что есть определенный порядок. В добровольном порядке не будут платить? Не поняла, еще раз мысль не уловила. А никто вам в добровольном порядке платить ничего не будет, потому что есть определенные процедуры. Это что значит никто? У нас миллион клиентов, добросовестных клиентов, которые брали и возвращают. Ну, смотрите, это ваше личное мнение, что он вам что-то должен. Если он не платит, значит, есть на это какие-то причины. Одна из причин, что у вас никакого договора. Если человек не может платить, финансовые возможности отсутствуют, так он звонит на горячую линию, просит там какие-то списания, какие-то рассрочки, остановки начислений. То есть, ну, у вас нормально с ним договор есть? Вопрос. Договор есть с ним? Начнем с этого. Естественно. И что есть дальше? Вы не знаете ответа на этот вопрос? Ну, так а не факт, что он у вас есть. Очень часто ситуации, когда просто у людей нету... Юрист, еще раз говорю, или так, человек с улицы, я не пойму еще раз. А вы не с улицы случайно? Нет, я вам сказала, откуда я представляюсь, и говорю, откуда... Ну я точно так же могу представиться, Владимир Владимирович. Так я еще раз говорю, тогда предметно разговаривайте. Так вы скажите, что вы предлагаете, что вы хотите, чтобы предметно разговаривать? Так в
смысле предлагаем? Мы предлагаем сумму просроченной задолженности, которую хотим, чтобы человек вернул. Если он не может, что-то мешает, что-то случилось в его жизни и так далее, так он нам какие-то свои предложения говорит или просьбы какие-то озвучивает. То в любом случае, если я человек, мне говорит, Светлана, вот если вы сейчас представляете компанию, там у меня, например, там задолженность 40 тысяч рублей, ну, представим, я сейчас даже не смотрю его долг, можно я там, вы можете остановить начисление процентов, я этот долг там я могу погасить, но не в полном размере сейчас, могу там за 4 месяца, давайте сделайте мне платеж, я буду ходить там ежемесячно погашать. Это один вариант. Второй вопрос, слушайте, я сейчас хочу оплатить, там, спустите мне там до 25, я завтра могу прийти, там, пойдите на уступку, у меня такие были обстоятельства, что не мог то-то, то-то, сё-то. Согласуйте мне, пожалуйста, списание части долга. Вот так разговаривают обычно люди, которые хотят урегулировать вопрос, да? Вы, я так понимаю, юрист, наверное, тоже полномочия вам-то переданы для того, чтобы, ну, человек, который умеет разговаривать, который понимает, что хочет сам клиент, что хочет просить, что ему выгодно и так далее. Вы мне какую-то ерунду, честно говоря, несете вообще, вы не то, что не профессионал, вы даже не юрист. И я никакой, вообще не вижу никакого смысла. Для чего он вам передал? Светлана, вот я с вами полностью согласен, что если мы с вами в юридической плоскости решаем данные вопросы, тогда давайте так предложение. Человеческое, я вам сказал. Если человек по-нормальному хочет урегулировать... Да какое человеческое? О чем вы говорите? Да, уступки своим клиентам. Естественно, хочет сохранить всех клиентов в лояльности к своей компании. Светлана, сейчас, я вас даже в глаза не видел никогда. Большая конкуренция в микрофинансовых организациях. Все, конечно, за каждого клиента борются. Так вы какой-то мне вот... Светлана, у вас есть вообще такая... Про договоры, есть, существуют ли они, имеете право, не имеете права, там что-то... Решать вопрос, он вам поручил решить вопрос или просто отговорки, чтобы вот эти Светлана, вы озвучивали? Вы монолог свой закончили? Да. Могу я сказать так, чтобы вы меня не перебивали? Да. Светлана, значит, вот... Ой, давай... сейчас давайте я перезвоню минуту, а то меня перезвонят. Хорошо, давайте. Алло, да. Буквально минутку я скажу свою точку зрения, просто чтобы не перебивать. Да, конечно. Смотрите, как бы, давайте исходить из того, что ни вы меня, ни я вас по телефону не знаем, да, так не, ну, договоры так не заключаются, соглашения и тому подобное. То есть, как бы по-человечески, по какому-то другому там, это, ну, так не работает. Если у вас есть какое-то предложение, вы как минимум должны ее оформить, это предложение от имени того юридического лица, с кем, предположим, у него заключен договор. По-другому, ну, никак, потому что можно договориться сейчас о чем угодно, но какие у вас полномочия, потом как на что ссылаться, о какой договоренности и так далее. В любом случае, с вашей стороны должно быть какое-то предложение. Ну, предположим, там, реструктуризация, там, снизить долг, ну, то, что вы сейчас говорили и тому подобное. А без этого, ну, как мы можем сейчас по телефону все что угодно поговорить? Вот мы буквально... Недавно, скажем, Денис Анатольевич разговаривал с некими людьми, которые, так сказать, Мирзоевым представлялся, что он там в Чечне с какими-то там это, скажем так, смотрящими угрожал, там это предлагал ему встретиться по адресу и тому подобное, понимаете? Но это тоже несерьезно. Запись это все записана, то есть это для правоохранительных органов очень пригодится. Если хотите, я могу вам эту запись перебросить. Вы посмотрите, как уходят ваши, ну, данные в сторону третьих лиц, которые потом звонят и угрожают. Я понимаю, что на данный момент нет доказательств, что это именно вы делали, либо ваши там работники и тому подобное. Но взаимосвязь, она очень как бы прослеживается, потому что именно сегодня были эти звонки, и именно сегодня вы вдруг связались с Денисом Анатольевичем. Ну, я вот готов теперь вас выслушать. Слушайте, ну вот по поводу которых вы говорите предложений моих документов, могу вам сказать так. Ну, документально подтвердить, например, программу прощения я не смогу, да, для него, но как можно проверить? Ну, вот как мы, например, делаем, да, понимаете, что не единственный человек, которому мы предлагаем какие-то варианты программы прощения, например, да, те же самые. Ну, вот, грубо говоря, когда я вам историю
рассказываю. Человек 45 долго, он просит писать там до 25. Как я могу это подтвердить? Да, грубо говоря, по горячей линии только, наверное, или в офисе, бог его знает. Даже как, когда человек звонит на горячую линию компании, спрашивает свою задолженность, да, ему озвучивают полную сумму. После того, как я пишу заявление на списание частичного задолженности, да, с упоминанием, когда человек придет и так далее, да, то программу прощения проводят, например, да, и человек может позвонить по горячей линии, также уточнить на данную минуту, какая у него просроченная задолженность, да, ее озвучивают уже с учетом списания части долга, да, в полном, все эти разговоры, естественно, записываются по организации официальный номер телефона горячей линии, естественно, все записи разговоров есть, то есть под запись разговора мы озвучиваем сумму. А, Светлана, ну вот вы сами себя слышите, нет? Таким образом, я понимаю. Имею, документа нет. Ну, то есть вы понимаете, что в данный момент получается разговор ни о чем. Именно с этой... Ну, это с вашей стороны. Очень многие люди пользуются этим и очень довольны бывают. Ну, насчет довольных я очень сильно сомневаюсь. Я могу сказать так. Ну, именно когда я предлагаю провести, например, программу прощения и списать там приличную часть задолженности, да, люди обычно, да, говорят спасибо, почему нет. Но они могут говорить все, что угодно, потому что люди неграмотные, не юридические и не тому подобное. Я знаю много случаев, когда дважды взыскивают один и тот же долг. Я знаю даже такие случаи. На моей практике не было. На моей практике есть такие случаи, когда с человека раз взыскали долг, да, а потом через 2 года еще раз взыскивает тот же самый долг, понимаете? И надеясь на то, что у человека просто не хватит ни сил, ни терпения, ни знания, чтобы обратиться в правоохранительные органы, потому что это 100% мошенничество. Дважды взыскивать один и тот же долг. Как бы тут доказывать ничего не надо. Есть решение суда, где написано «взыскать». И есть приставы, взыскали эту сумму. И потом исковое заявление появляется опять в суде на ту же сумму, на тот же договор. Ну, все то же самое, понимаете? Так да, вот, все, конечно, понимаю, но что могу ответить? Наверное, это все, что я могу предложить. Ну, вы ничего не предложили. Вот давайте... Нет, почему же? Я говорю, что... Но вы предложили на словах вам поверить. Расстрочка вот. И программа прощения. Ну, это на словах, понимаете, на словах. Ну, потому да, что ну, да, информация там на сайте, там какая-то договоренность, это все ни о чем. Как бы мы, ну, грамотные люди, которые юридически понимают, что каждое слово, каждую запятую нужно подтверждать бумажкой, да? Документом, подписанный с обеих сторон. Оферта, акцепт и так далее. Ну, я вас услышала, давайте так. Ну, больше ничего предложить-то не смогу, поэтому что уж там продолжать разговор о чем. Ну, тогда устные-то разговоры к чему вести? Давайте сделаем так. Если у вас будет конкретное предложение, вы с руководством там согласуете его, направите его к нам, ну, акцепт, так сказать, оферту. Мы акцептуем, либо акцептуем на других условиях. Ну, предположим, там, с вашей точки зрения, там, 30 там, с чем-то тысяч долга. Предложите там хотя бы хоть что-то получить, там, условно говоря, за 15. А Денис Анатольевич скажет, нет, тут у меня только 5 тысяч есть. И вам акцептуют обратно 5 тысяч. Подпишите 5 тысяч, хотя бы 5 тысяч получите, понимаете? Нет, так дорога в суд. Все, я вас услышала, да, всего доброго. Всего хорошего, до свидания.